Да. Потому что не будем все-таки забывать, что ребята 8 месяцев не стартовали после чемпионата мира. И, конечно, это очень волнительно. Прекрасно знаю, очень волнительно выступать. Интересная раскраска, да? Ну, вообще. Боевая. Но очень интересно. В общем, интриги добавит, я думаю, этот оригинальный танец. 30-92. Ну, за технику у них оценка всего лишь на балл, на полтора балла выше, чем у Рублёва и Шефера. Ну, компоненты. В компонентах они выше на 7 баллов, чем Рублёва и Шефер. Ну, я невольно сравниваю.